Ребята, 10 июня сегодня. Вот нас задержали вчера, 9 июня. Кого в 9 часов утра, кого в 11, кого в час. Вот до сих пор вот держали всю ночь РОВД. Ночью суд был, непонятно где. Вообще суд вообще не оборудованный, без никакой видеофиксации, без адвоката. Просто тупо сказали, по 5, по 10 суток назначили. Один процесс шел минуты 5, может, максимум. И вот с этих пор нас держат, нахуй. Посадили, утром посадили в эту будку, бля, как в автозак. 5-6, уже сидим здесь 5 часов в этой будке, с нами ничего не решает. Они просто станут где-нибудь и стоят просто, как будто у них места нет, вот нас определить. Там о еде уже, о воде мы уже забыли уже. Дышать нечем здесь, вообще тесно, кое-как сидим здесь. Сиденье деревянное, это вот так вот с народом обращается. Мы не преступники, вот, ни один из нас не преступник. Все мы просто нормальные люди, которые хотели свою мысль сказать. Половина вообще просто рядом проходила. Всех схватил СОБР, затащили в автобус. И вот уже больше суток уже издеваются над нами. Вот такая, наша власть. Простой народ, который хочет выразить свое мнение, садят в будки и везут непонятно куда. Вот такая у нас власть. 4 машины, 64 человека. Ну, около 100 человек схватили и вот так вот везут. Везут, издеваются, вообще не торопятся. Никто, ни солдаты, никто там, ни менты, никто не торопится. Все чилят? Все издеваются просто-напросто. Как будто мы не народ, а вот так. Таракан.